Дольменов? Каким? Нет, Дольмен вот, это братья. А что за братья? Вот люди не знают. Не знают, мы дремучие. Мы первые собрались, кто приехал. Значит так, за ним идет тропа по лесенкам, по лесенкам. Выходите к скале два брата. И легенду там прочитайте. Там легенду прочитайте, в этом году все повесили, то не будет ничего. Братья, небось, какие-нибудь адыги? Ну там, ну конечно, кто ж тут жил-то? Кто ж тут жил-то еще? Но факт то, что пока туда пойдете по лесенкам, наберите по палочке, возьмите. Здоровью ставят туда. Ну, сейчас столько наставили, что там вообще, я не знаю, дрова пора собирать. Да. Вот, а еще хорошо, там как бы за ним вот эта вот скала с этим, внутрь зайдите. Если снимать вот такие вот, как, допустим, GoPro я снимала, там прям вот встанете, поставите, если GoPro на периодичные. Потом посмотрите, назвали вот эти плазмоиды, они будут прям передвигаться. Вот, ничего себе. Сильные. Потом поднимитесь за него, вот с этой стороны, за скалы, за скалу. Там с той стороны вот эти вот плазмоидов, дырки в скале, такие интересные, такие круглые. И там же вода, сейчас полноводная как раз, по очереди, мальчики, девочки, ну прям девочки. Это холодная же вода. Вы что, в горе купаетесь сейчас? Нет. Мы только приехали. Мы позавчера приехали, можем в море. Будете его ходить. Научите нас. Подходите к морю. Раздевайтесь, подходите к морю. Не стоя и ножки. Здравствуй, море. И пошел. Вот так. Все понятно. Я воль. Спасибо. Я воль. Они из Москвы, сказали. Ну вот. Все запомнили? Маршрут запомнили? Нет. Ну а что ж мы тогда пошли-то? А вы посылаем отсюда. Давай. Корреспондент Елизавета, рассказывайте. Она наш Суханева. Мы возвращаем ее Суханева на сегодня. Первую. Первый дольмен. Да. Сейчас узнаем, что у нас будет. Что это такое? О, японский городовой. Итак. Лиза, лезь туда вовнутрь, и счастье тебе принесет. Лезь, туда лази, не бойся. И там загадай желание, давай. А с вами дальше ходить? Видишь, там все камни обтесанные, это все туда лезут. Ой, загадывай желание, да. Памятник археологии Дольмен охраняется государством. Я могу реально туда зайти? Ну, сейчас посмотрим. Вот отсюда, вот. Соня, оттуда. Соня. Итак, мы попробуем сейчас. Залезет. Надписи. Маски, понятно. Ну, маску на память, конечно. О, что записи? Имена, кто здесь был. Ого! Вот так вот. Мы здесь. Крутимся. А? Вот такие вот дольмены. Пойдем дальше, посмотрим, что там дальше. Что там? Перевернись.
лезь на спину. А меня так да, лезет? Да, 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 да. Лезет дочь твоя. Что там такое? Там он какает, наверное. Какает? Нет, здесь икона. Мне кажется, это туалет для древних людей был, там прям дырка. Да? Да. А в дырку аукни там или крикни что-нибудь. Нет, здесь вода. Ну вот. А, ну. Наверное, это либо памятник. Ну это, видишь, памятник. Это, наверное, сделано. Или это. До нашей эры, видишь, вот. Второе тысячелетие даже до нашей эры. Тысячелетие. Второе тысячелетие до нашей эры. Это первобытные люди. Это примитивные какие-нибудь. Так, мы переходим на фотосессию.